Итак, здравствуйте, мои зрители. Сегодня я вам представляю продукт на обзор. Вот такая пельменница. Заказала я ее на сайте OLX. Я вам оставлю все координаты продавца. Вещь эта новая. Вот так она выглядит. Фиолетового цвета. 37 получается из нее за раз пельмешек. Вещь эта пластмассовая, и цена ее 4 евро. С доставкой будет вам где-то около 5 евро. Девочку зовут Кристина Атанасова. Она живет в городе Варни, Болгария. И продает такой прекрасный продукт. Продукт новый. Он достаточно качественный, пластмассовый. Очень твердая пластмасса. Вот такой у меня был сегодня коротенький обзор. Конечно же, я вам сделаю на ней пельмешки. Ждите новое видео. И подписывайтесь на мой канал. И звоните Кристинке, заказывайте. Летом гости Болгарии, гости наших морских курортов могут ее найти и заказать такую пельменницу. Вот так, мои родные. Делайте пельмешки. Это легко и просто. Вот с такой пельменницей. Очень красивый цвет, фиолетовый. Она предлагает много других цветов. Цена доступная. Так что вот так, мои родные. Я желаю всем весеннего настроения. Погода у нас уже очень хорошая, тепленькая на улице, солнышко. И будем лепить пельмешки. Все. Всем желаю счастья, всем пока!